Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур. Мы продолжаем проходить Dark Souls Prepay to Die Edition. Мы находимся в Палачили. В предыдущей серии мы кузнец шип для нас дракона Каламита, который, в принципе, на удивление, не так уж и много мне урон наносил. Я думал, он будет гораздо страшнее меня выжигать то есть на поле, когда к нему приходишь. Но, по сути, оказалось, что не так все и страшно, потому что мой персонаж очень неплохо прокачан, у него очень неплохое оборудование. Сейчас бы мне хотелось все-таки то, что мне не дали в предыдущей серии, то есть пытаться возжечь этот костер, и у меня 3 человечности, потратить их на усиление, именно на увеличение количества эсусов. Но, скорее всего, это не получится, да? Этот костер очень важен для меня. Конечно же, не получится. Так, уходим нафиг сейчас, потому что все перекроется опять. В этой локации просто не дают нормально жить. PvP-игроки постоянно лезут. Я не знаю. Я люблю PvP. Я, конечно, вот в Prepay to Die Edition практически не увлекался ими, потому что времени не было. Но в оригинальном Dark Souls я после того, как прошел игру, ну и во время прохождения игры, и после того, как прошел игру, достаточно много времени уделял PvP-шеству. Но именно на катане, на учиготане, потому что она мне дико доставляла в этом плане. Врагов разбирать можно было со страшной силой. Так, здесь у нас собачки. Собачки неприкольные. 2 позади остались. Надеюсь, они не побегут ко мне. И теперь там у нас босс. В прошлый раз мы туда пришли, там даже не было никакой пелены. Так, подожди. Блин. Я же в предыдущей серии этих собачек убил, и после этого так и не смог сесть у костра, потому что эти долбанные ПВПшники мне не дают. Поэтому у меня 7 месяцев, человечности 3. И сейчас мы... Первый раз я не уверен, что мы сможем что-либо сделать, поэтому сейчас мы это все потеряем. Я, конечно, буду всячески стараться его заломать. Но если этот босс такой сложный, как мне говорят... Даже что пишут? Ящер. Да я понял. Ну, конечно, эта сцена, когда его сшибали, это было просто дико эпично. Давайте попробуем 7 месяцев. Твою мать! Ладно, держим. Чё это? Не так, чтоб дико страшно. Держим. Держим удар. Я понимаю, какая-то жопа была бы персонажа без хейл-щита и прокачанным на декс. Но мне что-то вообще легко. Пока что. С Арториусом не сравнить, на мой взгляд. Окей.
Да, блин, опять. Но это на моей нынешней броне тоже не так страшно. Так, а ты мне, похоже, подлечиться просто не дашь, да? Или дашь? Ой-ой-ой-ой-ой. Вот оно и начинается. Спокойно. Держим. Хорошо. Допустим. Опять. Да елки-палки, да что ж ты какой? Ну, пока что, ладно. Давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Он слишком большой, из-за этого еще тяжело. Да елки-палки, вот это вот уже плохо. Что-то не так все пошло. Так, хорошо. Обозлился, да? Поначалу было попроще. Хорошо. Нет, самое главное с этим боссом — это хороший блок. Жуткий какой. Стандартно держим. Давай, 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 давай. Что-нибудь. Скотина. Скотина. Фу.
Не могу сказать, что возможно. Да нет, нормально все в плане прокачки. Просто он был, на мой взгляд, очень легким. Именно под мой билд. Ну, не знаю. Вообще особых проблем не было. Скажем, с Арториусом я и с таким билдом Растобу умер. То есть уже прокачавший серьезно. А вот с этим боссом, ну, вообще как-то. Он настолько был предсказуемый и медленный. Главное, все упиралось именно в защиту. А защита на щите Хевел просто великолепная. И щит Хевел, по-моему, здесь главный рецепт победы. С первого раза победили. Хорошо. Что за кольцо бедствий? Получение двойного урона. Удваивает урон, который получает его владелец. Бесполезное кольцо, которое никому не нужно. Лучше держать его спрятанным. Ну да, наверное. В чем смысл этого кольца вообще? Так, ну ладно. Все, что нам остается на DLC локациях, это найти Сифа. И после этого идти драться с Манусом. Этот бой, честно скажу, разочаровал. Потому что многие ставили Каламита даже, то есть, выше, чем Мануса. Многие там в комментариях писали, что, то есть, топ боссов. Сначала идет Страж Святилища, потом идет Арториас, потом, собственно, Манус, потом Каламит. Ну, не знаю. Арториас, по-моему, гораздо сложнее был и непредсказуемый. Ну, его, по крайней мере, нужно было выкупать, что он умеет. И после этого он становился достаточно простым. А здесь, ну, не знаю. Совершенно, то есть, не... Ох, возможно, теперь, по крайней мере, не смогут NPC лезть на эту локацию. Да мне сейчас уже и не нужно прокачивать этот костер. Короче, такие дела. Теперь нам нужно прокачивать костер, который находится там внизу. В катакомбах местных. Блин, обожаю этот щит. Обожаю эту броню. И обожаю, что они все вкачаны на плюс 5. Все-таки насколько серьезно это играет на помощь игроку. В комментариях неоднократно писали, что игра по большей части несложная, если именно все сделаешь правильно. Так, подожди, куда мне нужно идти? То есть прокачаешь оружие, прокачаешь броню, и тогда становится игра, в принципе, сложности, ну, как гораздо проще, чем могла бы быть. Так, сейчас мы возвращаемся к этому стрелку Ворошиловскому, который нам очень-очень помог. Иначе как бы мы сшибали. Кстати говоря, можно ли было что-нибудь выбить из хвоста этого дракона? По-моему, здесь любая тварь с драконом, у нее что-то из хвоста можно выбить. Но что-то я не уверен, как вот в данном случае это делать. Вот это вот уже на самом деле геморройно будет. Еще что скажешь? Что мне нужно сделать, чтобы ты мне лук дал? На самом деле, это, по-моему, мой самый любимый NPC стал вообще в игре. Очень он крутой уж. На все деньги. Нам еще пригодится.
Так. It's great bow. I shan't need it, but no dragons to hunt. I know not if a human could even operate it. But here, thy need outweighs mine. Спасибо. Farewell, proud human. May every honor be bestowed upon thee. И тебе того же, доблестный воин. Давай посмотрим. Ну, в принципе, большой лук драконоборца, по-моему, даже лучше. А, у этого больше к силе. Это более дальнобойный. Но выглядит уродливо, конечно. Так, подожди, ты что? А, ну да, это как раз-таки фишка брони Арториса. Она на время становится вот такой. Подожди. То есть этот лук, его не нужно ставить? Ну, тогда это гораздо лучше лук, чем предыдущий. Хорошо. Я почему ее не делал? Потому что с ней подвижность серьезно падает. С этой фишкой, этой брони. Но прикольная такая тема, да? То есть, если на этом луке... Блин, прикольно. Ну, сравните вот. Сейчас покажу. Для тех, кто не понял, в чем прикол. Вот этот лук при схожих характеристиках приходится... Нет. Чтобы стрельнуть, приходится ставить. Да. И этот, похоже, тоже все-таки. Ну да. Ну тогда я лучше, пожалуй, предпочту вот этот лук. Он мне больше нравится. Но сейчас пока что это все не важно. Так, ну и что, идем во тьму. Теперь с фонариком, возможно, нам станет посветлей. Так, костер теперь горит. Теперь, конечно же, сюда никто не ломится. Потому что босс этих локаций убит. Но теперь мне не нужно уже выжигать этот костер. Подземелье Алачили. Будем искать, где же здесь Сиф. Возможно, он только если я в человеческой форме. Еще смогу. Но это серьезное преимущество. Но сейчас мы уже до упора все. Дальше уже не сможем вас сжечь. Так, хорошо. А сколько стоит усиление моего лука? Титанит? О, это опять столько придется бегать. Ладно, мне и такого хватит. Он все равно достаточно мощный. Фу. Все, денег не хватает. Ну и ладно. Сможешь прийти ко мне на помощь? У него броня как раз, которая получается, когда после убийства четырех королей в бездне вступаешь там в ковенант со второй головой, со злой. И там тебе дают именно вот такую вот броню. Она тоже неплохая, но мне моя гораздо больше нравится. Что-то, похоже, призвать не получится, да? Похоже на то. Ладно, давайте потихоньку пробиваться. Да, от него вообще тут толку особого нет. Я думал, с ним как-то посветлее станет. А нет. Похоже, что кто-то ломится ко мне в мир, потому что я уже никого не призываю. А костерчик до сих пор в плачевном таком состоянии.
Ой, блин, опять проблемы с фреймрейтом начинаются. Где же здесь может быть Сив? Он где-то здесь в темноте, но найти его — это настоящая проблема. Потому что здесь, в этой темноте, нифига не видно. И я вообще немножко начал ориентироваться уже, конечно. А, все-таки еще кто-то призывался, понятно. Так, туда, в принципе, к этим можно не идти. Но можно и сходить. Когда 20 эстусов, становишься маленько легкомысленным. Ох уж этот фреймрейт местный. Хорошо. А я думаю, что это такое? Это просто, оказывается, труп сидит. Так, больше тут ничего по этой стене, да? Я хочу точно убедиться. Ну и все, да, дальше пошел уже подъем. Тут мы и ящерку убили. Давайте спускаться потихоньку. Короче, тут фонарик нам не особо пригодился. Что бы нам тут пригодилось, это какой-нибудь Patch 680 какой-нибудь GeForce. Потому что местный фреймрейт — это просто какой-то позор. Где же оно? Вон там что-нибудь есть. Что-то есть, но, блин, с такой высоты падать. Опять эти твари. Ну-ка. Чего убрать надо нафиг? Вполне возможно, что для вас это окажется хуже некуда. Человечность. Я тоже так подумал сначала, но это, похоже, души просто. Так, куда-то идем. Нас уже заметили. Сейчас попрут к нам. Тут на мостике их встретить было бы нормально. Ну-ка. Вообще пофигу. Ну, вот так вот с вами вполне неплохо драться. Блин, еще бы фреймрейт, это просто кошмар какой-то. Вот с кого человечность фармить. О, двойная, офигеть. О, красота. Но главное их именно в узком проходе встретить. Тогда у них, как видите, не особо много шансов. Давайте, ребятушки, нагритесь на меня. Ах, это кто это, где это? Так, ой, нет, не то. Там у нас маг где-то. А, вон он, я его вижу уже. Вот эти вот придурочные, блин, гады. Меня сейчас смешать будут. Чего, упадете, нет? Очень так как-то опасно это все. Это вроде не ломится. Ага, и пошел сразу. Скотобаза. Че, ты идешь? Ой, блин, какие вы душные ребята.
Блин, конечно же. Ну давай, ну. О, как вы меня задолбали. Ты живучий еще, смотри какой. Короче, ладно, поперли. Так можно. Долго. А ты уже сам пришел, да? Хорошо, больше нет ваших. А вот тут я не был, кстати говоря. Вот эти, около этих огоньков. Я все время туда уходил почему-то. Фармить человечность просто никогда еще не было так легко. Тупик впереди. Я знаю, что у нас позади. Позади у нас небольшой секретик. Но Сифа я там не видел. Так, я, по-моему, начинаю маленько ориентироваться в этой местности. Давайте-ка сходим вперед. У меня вообще ощущение, что я спереди там не особо-то и был. А туда как попасть? Хм. Жутко. Так, хорошо. Тут я не был точно еще. Или был. Скорее не был, чем был. Скажем так. Так, хорошо. Блин, тут человечности просто. Человечность. Да-да-да. Снизу точно ничего нет. Да вроде ничего. Ага. А вот и Манус. Туда я не пойду, пока не найду Сифа. Потому что не хочу. Же тут. Ну, не сказать, что больно нужно. Блин, что-то у меня ощущение, что значит где-то Сиф позади остался. Потому что мы уже практически пришли. Это даже не белая пелена, это серая пелена, значит там точно босс. Ну как ломанулась огонь. Ай! Ой. Ой, короче говоря. Да блин. Вы издеваетесь, что ли? Отойдите от меня. Это, по-моему, NPC, нет? То есть хранительница. Или просто персонаж? Ну, вроде прям одета, как она. Не знаю. Душа героя. Клад. Неужели еще что-то есть?
Так, хорошо. Все, что нам остается, это идти к боссу. Но мне нужно найти Сифа. Так, там у нас еще ниже дорога, да? Ой, знать бы, где он точно находится. Сейчас посмотрим. У нас, в принципе, не так много места осталось, куда можно идти. Чтобы побыстрее бегать. Блин, до чего я обожаю разработчиков этой игры. Ненавижу одновременно и обожаю. Потому что в какой еще игре увидишь настолько круто сделанные локации. Что это там светилось такое? Сейчас узнаем. Сейчас спустимся сюда. И потихоньку будем двигаться вперед. Отсюда мы в прошлый раз упали, по-моему, случайно. Или нет? Свидание. Ты что-то какой-то вообще жуткий. Эу. Ну, хана, 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 хана уже. Похоже. Похоже, таки хана. Похоже. Блин, я, похоже, попал. Фу, с трудом выжил. Чудом. Выжил чудом. На утро чудо болело. А что такое? Почему вы? Я не пойму, это какой-то мега сильный, что ли? Ребята. Да. Какие-то напряженные были. Вот такого встретить ночью в коридоре. Все, Кондратий обеспечен. Сразу. Без разговоров. Просто представьте. Да блин, зачем я ломлюсь прямо на тебе? Фух, так, что у нас тут еще может быть? Я уж даже не знаю, что, где. Сив, отзовись, покажись. Лжец. Где? Тут я вроде как... Блин. Ладно, пока что души можно тратить. Вернее, не души, а... Эстусы. Пока что на битву с боссом не идем. Так, хорошо, попали к этому секретику, который меня заинтересовал заранее. Все меньше и меньше мест, хорошо. А я уже, да, начал ориентироваться на эту локацию более-менее. Похоже, что теперь я понимаю, куда я сейчас приду. Но где же тогда Сиф? Сложно сказать. Так, здесь у нас что? Здесь у нас, по-моему, кошка нас выводила. Когда мы тут первый раз ходили. Да, это падаешь сверху, оказываешься тут. Проверили на всякий пожарный. Хорошо. Круг сужается.
господа присяжные заседатели. Подъем наверх. Блин, а где тогда? Странно. Я думал, может, в человечной форме нужно ходить. Упал. Теперь я точно знаю, что вниз тут падать не стоит. Раз даже они убиваются. Так, ну это все, это подъем к этой башне, к саду. Кстати говоря, надо проверить, там за башней лежал какой-то... блестяшка. Нужно ее подобрать. Сейчас, конечно, меня нагрится опять все, и могут убить. Или подожди. Нет, это же это место. Королевский сад. Вот сюда, короче говоря. Где может быть Сив? Остается один только вывод, это что он за пеленой там где-то, потому что я всю локацию обошел. Я не упаду так? Что-то сомневаюсь, честно говоря. Как они меня не слышат? Предмет. Спасибо. Душа. Оно того не стоило. Больше времени потратили. Так, хорошо. В принципе, вот это самое жопошное место, извиняюсь за выражение. Сейчас побежи с ними драться, обязательно стучат. Потому что их слишком много. Так, ну и что? Где может быть? Где, блин? Игра полна неочевидных деталей, все-таки согласитесь. Куда мне еще идти-то остается? Да некуда больше. Печаль. Скорее жуть. Какая нафиг печаль. Ох. Что у нас тут осталось? Это все? Давайте попробуем с Манусом подраться тогда. Видимо, там где-то за пеленой будет этот Сив. Потому что по-другому я не вижу вариантов. Хотя, может, опять шары продолбил на ровном месте. Так, подожди. Чтобы туда попасть, мне нужно в другое место идти. Это что там светится? А, это просто свет. Понятно. Фу, так. Ну нету Сифа нигде. Я уже всю локацию обошел. Я уже вот точно могу сказать, что везде был. Но если только в начале там где-нибудь. В начале там нигде нельзя упасть. Какое-нибудь неожиданное место. Странно как-то это все. Ну вот начало. Справа у нас бабайки эти. Слева выход. Может, он за клеткой появился, пока я в человечной форме. А здесь заметили, кстати, игроки не лезут к тебе. Или, может, просто не могут приконнектиться нормально. Так, внизу, короче, очевидно, нет ничего хорошего. Ну, костер потух, значит, все-таки пытаются залезть. Так, все, это я просто вместе с вами проверил, чтоб потом взятки гладкие были с меня. Так, там уже наверх подъем. Там уже не надо.
Ой, погнали тогда, попробуем разок подраться с Манусом, может его сразу и вынесем. По-хорошему нужно бы в какой-нибудь гайд залезть, конечно, да попробовать узнать, где находится волк Сив. Или просто на ютубе набрать. Что у нас там по времени-то? Давайте, знаете, мы, наверное, на этом прекратим. Я узнаю точно, где находится волк Сив. Просто неохота момент такой просрать, потому что в будущем говорят, что потом придешь, если тут его спасешь, то потом придешь к нему, когда драться будет очень так круто там и очень весело. Не очень охота это увидеть, и вам, я думаю, тоже. Поэтому, собственно говоря, давайте на этом прекратим. Увидимся. По-моему, это очень круто все, блин. Вообще, это DLC, по-моему, шикарное. Надеюсь, вам нравится так же. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.